Я фотку скину. В Кока-Коле содержится кофеин, парни? По-моему, конечно. Да. Значит, попьем. АГ International. Просто, пацаны, увидели LGD? Нет. 450 побед! О, да, детка! Ну, капитанит инвокер. Эмиль. Альянс Гейминг Интернешнл, Старладдер Тим. Даже ссылка есть. А я открыл там параша какая-то просто. Че, все наши готовы? Ну да, вроде. Они даже ничего не сыграли, да? Ну да. А нет, один анимач сыграли, и они... Отлетели. Ну, проиграли. А чё за команда? Фрислот? Мы тоже они раньше не знали, ребят. Говорят, они харды вообще там топ-3 в СГ. Имбовые ребята вообще. О, да. Фрислот. Фрислоты. Фри 4, помнишь, Костя? А вы заметили, они вообще во всех турнирах есть почти. Да ну, они ребята тащат, вообще, тащат. Они, да, они играют везде, у них столько игр вообще. Вот только что-то на International никак не попадут. Да, но на International для них места просто нет. Ну да. Их потом вытесняют. Да-да-да. Окспер предлагает забеймить Лешака, который нас там этот написал. Да, я читал. Пусть банит Окспер. Сообщите о нарушении, подобающее поведение пользователя. Перевалился у нас это. Газмяс. Тренер. Газпром. Зарепорчен. Окспер, мы выдаем тебе права менеджера, можешь нас спонсировать полностью. Мне можно начать с мышки новой. Надеюсь, вы все поняли, что это шутка была. А теперь шуточка! У-ху-ху. Какая шуточка? Я жду мышку. Вот. Да про это. Я жду новый микрофон, Окспер. Про фрислота. Мне хотя бы коврик. Половой. Не, я хочу себе мышку SteelSeries Canon, но можно... Я хочу одежду. Вот. Одежду, Окспер, одевай нас. Хочу трусики Penguin Stack. Тебе сзади или спереди, Дима? Мне бы, чтобы на жопе такой клюв громадный был. Как же ты спать бедненький не будешь? Как? Знаю, что мою жопу ощущает клюв пингвина. А он что, внутрь или снаружи? Какой внутрь? Ты что, вообще нормальный? Клюв внутрь. Типа занято, да, или что? Вот вам шуточки кончились. Котл в студии. Окспер. Рапир малый. Настало твое время. Ну так я понимаю, я на котле, Андрей на фантоме. Бери ты ХД, пассивка будет контрить. Что-то мне подсказывает, что я на бис. Эфликейшн. Я чуть со стула не упал. Джонни, может быть, все-таки что-нибудь скажешь? Да? Ну вы обсуждали там бурно что-то. Трусики, я не стал вас перебивать, да? Перебивать, конечно. Хорошо, что, ну, что, как кто, есть? Как, давай. Дима на чем будет? Либо ВЛ, либо ТХД. Дима, ну, на зомби. На зомби? Которого зомби не забанили еще. Ну давай, ну, какая зомби. Там драка со стенкой идет. Какая толстая стена. Ой, какая хорошая стена, а толстый скотин. Толстая стена. Шаг ПКБ там разрушает просто. Ух, как... Короче, там вертолет он... IB там нормально драку устроили. Ну-ну. Могут, да, пацаны? Но... Могут, умеют. Отдайте ссылочки, где там были на стримы. На главной странице Guess Who, да? Да.
Nike, Стемпларка, БХ. Что-то они вообще задумали. Особо хитрое. 5 керри? Ну, в принципе, мид, харда и фарм изи есть. Уже теперь у них 2 саппорта осталось. Надо гольфом. У нас, в принципе, ребят тоже... А, не, у нас мид пока что не взять. Динейчер... Фарм изи есть, харда есть. Джонни, кого возьмешь? Короче... Костя... Гонников. Они думают, я в харду не пойду. Костя на Энигме. Да что выходит? Ну? Давай я на Энигме. Да, Костя, я сыграю на Энигме. Ну. Я на котле, что ли? Да. Берешь это. Нет, главное. Почему ты на котле? А кто на котле? Ты? Да, я на Мертвейтовом соло. Алло. Смотри, значит, я... Да, на ВЦГ отборочная. Ты петрил. Понятно. Подожди, непонятно. Тиран, выключи микрофон. Вот. Джонни, это кто? На квапе ты? Угу. А Тиран на котле, да? Угу. Нет, подожди. А может не надо Энигму? Да. Может лучше давайте Тирану что-нибудь пикнешь, а я на, на котле пойду. А ты или... Ну да, разберетесь. Ну давай. Что, снова Леона берем? Ну да, давайте Леона. Тиран, Варлок или Лео? Леон. Леон нужен, надо БХ уничтожать. Леон, конечно. Конечно, там что просто... Что-то зомби пункт. Есть. Не, Варлок. Он будет стоять и фармить и левел. Вы, точнее, все правильно, Леон. А, слушай, так... Помнишь, Андрюх, как мы вчера с тобой, Тиран? Андрюх, а квилку можешь не качать, я тебе манну буду лить, ну так же, как Свену. Я понял, понял. Просто я тебе буду лить манну, чтоб откидывался ты и все. Только ты, Макси, этот, заливку. Да, нормально. Само собой. Ну, я сначала залил, как бы, сначала ты манну прокачаю, чтоб ты уже на первом уровне в него копьями откидывал. Потому что мне на первом уровне заливку не зачем. Пойду пасу. Зачем мне крипов сдувать, если фарм тебе нужен? Да вы берите Сентри и сразу убивайте там левушку, копье и все. Левушку, копье. И он пока добегит, да под длинный сдохнет. Только главное это сделать не в одно время. Как, Димон, голова болит еще? Там слово спал, да, в лягушке. Надо вас пойти штука сделать. Пока в лягушке он будет, там КД уже у копья пройдет. Можно убить. Если синтри будет. Да там лучше стан тогда, чем лягушку. Зачем ты лягушку? Сначала лягушку, нет, потом стан. Стан меньше на 25 миллисекунд. Зато дамаг наносит. 75 дамага. Два раза сутки тыкнуть. Ну, за 25 миллисекунд ты не успеешь два раза. У него откат больше, чем у лягушки. Ну, это возможно. Да. Но маны стоит она тоже дороже. Что, лягушка? Да. Наша задача в керри сразу все всадить сразу в виспа. Да. Все всадить вообще сразу. Керри? Копье, ульта. Просто скорость атаки вообще жесткая. Ну ладно, окей. Так, я сейчас варды, Саша. I'm crazy! Нам... Варды на линию. Долго закупаетесь, парни. Ну вот. Да мне-то что, я на мид. Да, ну, трипл долго закупается. Если меня сейчас примут, будет эпик. Ну ты не иди пока. Да я еще тогда. Лучше бы щиток себе купил бы. Купи себе щиток в магазине быстрей. Да зачем? Не надо. Не нормально будет. Не, он не подходит, он топориками фармит, да, Саша? Темпларка в топе? Да. Ну они принять просто хотят Сашку, видимо. Ну да, пятером походу. Или Найкс в мид пойдет. Они, не, Найкс не пойдет в мид, они просто принять хотят. Прочекай, птичка, не все там.
А птичка уже дай. А Саша вот он правильно решил, он вот он. Сейчас вот здесь хочешь. Либо так, либо вот. Ну, он мне зря кажется. У них там может форсеть, они встретятся, как играл. Саша сам знает, забейся. Саша шарит. Ты делал под фразой ГЛХФ. А, сняли сразу. Руна топ. Пацан бесит. Пацан, смотри, мискрик. Убрали вард. По-моему, Лешрак мид. Да. Да, Лешрак мид. Получается, какие... У меня голова сейчас взорвется просто, я ничего не понимаю. Нет. Но они вард я убрали. Тоже не понимаю. Под ларком разботал. Лешрак может быть роуминг. Сразу ботал? Нет. Фас ботал, говорю. А, фас ботал. Подкидывай копия прям сразу в него. Сейчас. Да, подходит. Нахрен нас получать. Да ладно. Смотри. Че ты? Он думал, я буду, короче, тут так и делать. Просчитал, что есть синтрек у меня. А, пошел. Кидай. Во. И все. На третий можно забрать. Ах, он гад. А можно и на втором, наверное, да? Можно пробовать на втором, да. Копью ему. Монитор свет. Чек. Или крипов копьями. Как уж захочешь. Душу у него. Слышите меня, тепларка потная. Да? Да? Очень. Нормально. Лол. Здравствуйте, Дмитрий. Это ты сделал, Саша? Что? Убил Найкса. Нет. Я от солнца пытаюсь пойтись. Спастись! От крипов он умер. От крипов он умер, видимо. Это что получается? Он был бы убит нейтральными силами, а не нами. Силами света. А не нейтральными. Силами убить силами света. Ну да. В смысле лак? А зачем байбек нажимать тогда? Идиот. Подождите, у меня очень солнце светит, нахрен. Сейчас, секунду еще. Терпи. Он также, он максит третий. И через скрипов автоатачит просто. И мне такой дикий урон просто по мне. Кто возобновил? А Саша не пришел, вы чего? Ребят, вы чего? Кто? Джонни, ты чего отжал? А... Саша сказал, от солнца он делает, он по квартире бегает, пытается от солнца спастись. Да-да-да, сори. Саша, сейчас... Быстрее, разбейте руну. Леон, беги разбивать эту руну. Сейчас. Отвод запилю. Да не пили, сразу беги там. А, там темпларка уже побежала, ну просто борода будет. Я ребят, могу с халявами попробовать. Ну сейчас, дай мне хоть второй получить. Где Саня-то? Бегает, ищет, чем окно закрыть. Краской пускай замажет. Это будет прикольно. Угу. Как в клубах. Саша потом просто выйдет через неделю и скажет, какой сегодня год. Угу. Господи. Машины летают над головой. Все. Гол? Да. Я спрятался.
пошел, за руной пошел, пошла темпларка вниз, я короче. Я не успел сделать. Ну, двух крипов увел. Висп, аккуратно. Копье. У вас темпларка. Сейчас левел получу, копье дам. Возможно, у вас темпларка, ребят. У него ботинка нету, она вот в миде. Ну, лучше бы сейчас крипов. Мне нужен хотя бы второй. А будет ап курьера? Да. I love you. Блин. Копье. Во. Стой. Потей. Есть второй. Пойдем убивать. Мне вообще тяжело. Пойдем убивать. Пойдем. Ставь фарт. Не там. Я меку соберу. Да. Окей. Джонни, сказал уже готов. Да? Джонни, меку, окей. Нет, Джонни сказал, что котел с меткой, это беда. Это беда? Ну да. Вот здесь сидит. Хорош! А то. Рюга. Почти убили. ПХ. Кофеелочка. Ну, главное фарм. Твой. Был, да. У меня тут трипла вообще нормально стоит. Я могу к тебе прийти, отдувайте. Терпи, надо. Саш, терпи. Аур снесем, потом на Т2 пойдем, они сами уйдут, потому что им надо дефиц будет. Варды обновляйте? Нет денег. Я купил варды. Куру. Я несу себе куру тогда. У нас мисс БХ. Вверх, не мисс. Там как бы этот, задынай. Добил? Да. Лучший, СС у меня. Нет, вот, да, за руной пошел. Он не сходил, у него варда нету. Он, да, он трэпы ставит. Ребят, трэпы есть уже, у меня седьмой, у меня шестой. На следующем паке, тиран, выходи из леса, пойдем запушим тауэр. Угу. Ну я как раз обычный пул делаю, не дабл. Хорошо, убивай тогда пул быстрее, когда крипы наши... Там как раз у нас двойной стак крипов пойдет. Я там отдую. Ребят, Найкс первым айтемом армлет собирает. Значит, что? Что поделать? Что поделать? Да. Есть просветка. О, ленивый админ, я ленивый админ. Что поделать? Вард упал с интряда. Да. У меня есть два. У меня просветка есть. Дим. Тогда вард, не ставь просветку. Я тебе синтры дам. Вон он, там. А у тебя просветка есть? Тогда давай мне синтры. Обратно.
Сейчас пускай наши еще подойдут. Зря вы торопитесь. Да чего? С этим паком. Okay. Вот здесь смотри, кабана оставь, она здесь сидит. Вот она, на кабана. Да я вбил ее уже. С СБХ. Че, уходим или дальше идем? Дальше. Я вот здесь синтряку поставлю нам. Смысл нам уходить? Вообще да. Цепляем. Нет. Нет. Ману заливай. Нам бы вон там вард поставить. Да, было бы неплохо. Я тебя залью. Потом. Это невозможно просто. Ну что, пол Т2 снесли, сейчас я в катапульту куда-то подефаю. СС, ребят, руна снизу иллюзия. Она пошла за ней, там трэпы. Да. Заходит за тавр вообще так, серьезно. Ребят, она какая-то странная, она не хочет контролировать. Я, по-моему, тавр сейчас упали. Кинь, копьется по нем. Блин. Ребят, мне уже напряжно против темпларки стоять. Сейчас мы придем. Вас снесем и придем. Да, сейчас мы Т2 доносим, Джонни. Там 300 хп у вышки. Отпускай. СС. У меня вышка сейчас пойдет. Ну, просто давай. Убей его. СС, ребят. Темпларку надо убивать срочно. Дайте мне того. Хоть диффуз. Ой. Сори. Автоатака пролетела. Пойдем в мид. Идем в мид. Просветка КД. Сентрия есть. СС, у меня там ларка. Как СС? Это иллюзия? Да. Понятно. Пойдем сносить. У меня 400 хп. Сентрию сюда ставь. Сейчас поставлю. Стопы, все СС тоже. Осторожно. Ну да. Тису сюда по. А вон все, да. Саша, отъехал. Пойдем. Ультуй! Темпларку! Ультуй! Да все. Не, надо было бежать до тавра. Обходим. Трэп. Ну значит топ. Пойдемте топ. А есть похилять меня? Есть веточки, на. В лес пойдем. Да, в лес, думаешь? Просветка откатилась, синтри не трать. У меня нет синтров с собой сейчас. Я оставил их на мид. Уляж где-то лазит. Ребят, я пойду. От меня толку не очень много, а вот тут я пойду сейчас задумать, пушили постоянно. Ну, правда, Висп может прилететь с Найксом за мной. Мид, там как раз... Ой-ой-ой. Отлично. Саш, давай, убиваем. Нас там тащит. Пробейте, рефлекс. У меня маны нет. У меня ульта есть. И что, ты сейчас в рефрекшн попадешь? Так я говорю, сбейте рефрекшн. Дайте, идем, дай, я вард сюда пихну, короче, чтобы Найкса видеть. Ман, залей. Когда, да? Я ушел от вас. Давай, уходи, сейчас я тебя залью. Сейчас залим, арканы куплю, пацаны. Я вообще ушел, ребят, они все живы. Не советую вообще сейчас там что-то делать. Низ мы фарм. Мы один запушили, уходим. Низ фарм. Я вот ухожу я на низ. Давайте, я мид задувать ушел. Тупо мид. А я тогда так пошел, да. Тебе маны дать? Мне? Не, тебе. А? Мне тоже дай. Блин, ну... Ладно. БХ. Каленый. Беги. Нету маны. Нет маны. Цепляй. Хорош. Отлично. Вообще. Чё, Меку? Я тогда форстайв сделаю. Угу. Или оганим сразу валить?
Найк с арбалетом. Помогай чем-то. Мид ломаем и пушим все. Подряд таврань. Да-да-да, сейчас я иду. Мана сейчас будет. Саш, можешь топ пофармить пока? Просветки нету. Просветки нету, да? Нету. У нас плохо с этим. Нам надо чем-то светить их. Ха, давай к на... Ой, Сань, к на ауте. Понятно. Лишрак здесь стоит на топе. Пойдем. Он уже ушел, вон он уже за тауром стоит. Трек на комнате висит? Нет. Сейчас принесу варды и просвет. Хорош. Ой, еще в этого виспа цепанул. Блин. Толкнул кто-то. Я сам. Сашку к нам портануть, не? Да, да, портануть. Давай, давай. А есть у кого-нибудь ТП, ребят? Есть, у меня есть. У меня есть. Давай, давай, я тебе дам стики, а ты мне ТП дашь. Я вернусь здесь. Была бы мана, я бы тебя обратно портанул к нам. Но у меня нет маны. Нет! Че ты зарал-то? А, у меня там спрашивают. Да я у него припасов. Нет! Только не это, боже, нет, там Найк спармит. Давай, котел, я тебе бегу. Нарош вард поставлю. А сентри есть? Нет сентри. Плохо. Я собью гранит, я не. Какой? Ты чё? Мне маны нет, чем я его буду бить? Даже потом уйти не смогу. Через 5 секунд ульта. Куда идем? Давайте топ одну вышку, Рошана и на ХГ. БХ. На бот пошел. Пойдемте вот эту вышку забирать. Лишак. Ой, тут все. Есть ульта, давай Лешика! Да блин! Ты сам заберешь. Беги. Убегай, Дима. Да я уж не убегу. Не убежит. Убежал бы, я тебя к себе портовал. Маны, залей. Зря ты тебя ультанул. Ультую Лешака, ультанул. Вернулся же, ультанул. Пробузил парень. У меня сейчас будет залив. Ой-ой-ой. Пойдемте мид. Я по топу давай. Да. Может, я на ботом спущусь? Давай я спущусь. Так кто? Давай я спущу. Я спускаюсь. Блин. А че, мека есть уже? Ну, да, теперь есть. Саша, сможем БХ убить? Все, последний тавр. Шанс сплитпушим и ХГ. Ой-ой-ой-ой-ой! Бежим отсюда! Быстрей! Трек на мне. Я убегу. Ребят, мы сплит пушим или к вам? Сплит пушится. Можешь меня телепортнуть, Кэс, у меня ульта есть. Не-не-не. Уходи, уходи, уходи. Маны нет. Не было драться. Уходите все. Ну, котел не уйдет уже. Да, не уйдет. Мека. Мека. Да я вижу. Не-не-не. Уходи, Саш. Зачем вы вообще хоть драться начали?
Ну там уже нас поджимали, как бы мы не уходили. Не, мы уходили. Мы вот так уходили свободно. Да? Ну ты не ушел бы, там трэпы были. Плюс этот. Плюс трапы. Да. Трэпы плюс трапы, это вообще провал. Треки. Да, кто-нибудь один из нас точно бы не ушел. Один, не три же. Мы разменялись. Ну ладно. Конечно, не очень разменяли. Додавим, додавим, короче, до конца. Просто, ребят, умираем, идем по миду опять снова. Нечего ждать, мы Найкса не убьем потом. Пока нет, там тут темпларки, ничего, надо сейчас резко додавить. Ну, сентри бы. Сентри бы. Есть сентри. И сентри, и пески, все есть. Сейчас я все до базы, ты партнешь мне. Гоу, гоу, ее убьем. Ну. Как иллюзии хорошо ломают таур. Сашка, я не... Я в ульте, то есть я не бесконечно могу телепортировать. Я понял, я уже не надо, я уже не... Надо. Есть мека, 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 мека! Ну, ясно. Мека! Ну что, трон тогда ломает. Ну что, виртуальный D5? Да. Смотри, что творят, пацаны! Хотят нам в ответку снести. С диаболиком. При том, что там... Вышки все цели. У нас только одна вышка. Вот сломана только. Видишь, в этот раз у нас, видишь, мы вышки не теряли. Потому что мы давили до конца. Не терпели. Да-д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 а-
23-7, кто сдох? Саша убийца. Об стенку, да. Не хочу так жить. Зачем так жить? Пойду, что ли, тоже. У меня какая-то багнутая иллюзия вот эта. Че, она не исчезает? А, да, в натуре. Смотри, иллюзия не исчезает. Пацаны, вот клево. Смотри, я баганул. Ой, я сломал систему, да ладно. Да она не... О, исчезла, наконец. Я просто троном расключил. У нее было, короче, время до окончания минус 29 минут 30 секунд. Норм. И они шли в минус 31 минут. Скрин.